Столичные пожарные спасатели провели учения на территории гостиницы «Интерсухум». По легенде учения, на седьмом этаже гостиницы возник пожар, существует реальная угроза постояльцам. Людей необходимо эвакуировать, а возгорание ликвидировать. К учениям был привлечен личный состав поисково-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района в количестве 60 человек, а также 8 единиц спецтехники. Отрабатывались навыки по координации действий личного состава пожарных и спасательных подразделений при ликвидации пожара в пределах санаторного или курортного объекта, расположенного непосредственно в городской агломерации, эвакуации пострадавших и оказания им первой медицинской помощи. На общем построении личного состава, принимавшего участие в учениях, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини отметил, что учения прошли на достойном уровне. Спасатели и пожарные справились с поставленными задачами. Затем сотрудникам ПСО города Сухум и Сухумского района от лица Министерства обороны Абхазии были вручены памятные медали как участникам войскового парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба наградил группу столичных спасателей почетными грамотами за содействие, оказанное при проведении историко-патриотической акции «Дорогами героев стезею славы». По словам руководства МЧС Абхазии, учения спасательных подразделений на курортных объектах будут продолжены и охватят все районы республики.